В России начнут работать 10 новых центров серебряного волонтерства. На днях объявили победителей всероссийского конкурса по формированию региональных центров серебряного добровольчества. Проект комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар вошел в десятку лучших. Всего на конкурс поступила 201 заявка из 66 регионов страны. В новых центрах волонтеры старшего возраста, а это 50+, смогут создавать собственные добровольческие проекты. Кроме Чувашии, центры откроются в Амурской, Белгородской, Воронежской, Кировской и других областях.